За любовь к тренировке 5 суток административного ареста. Такой вердикт вынес сегодня Фрунзенский районный суд Ярославля в отношении 19-летнего Расима Валиева. Накануне молодой человек на своем автомобиле был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил использования тонировочной пленки. На горе водителя был составлен административный протокол, однако при проверке выяснилось, что автовладелец ранее уже привлекался за подобного рода тюнинг. В итоге молодой человек был задержан и сегодня предстал перед судом. Свою вину нарушитель полностью признал, пообещав сорвать злополучную пленку, однако суд был непреклонен. Следуя обстоятельства дела, данные о личности Валиева, включая его возраст, семейное положение, суд приходит к выводу о том, что наказание виновному должно быть назначено в виде административного ареста и усматривает основания для назначения более мягкого вида наказания. Каждый день по несколько материалов отводится в суд, где судьи рассматривают нарушения, связанные с данной статьей. Далее, как в субботу, некоторым гражданам именно за повторность управления транспортным средством с нанесенными цветными пленками на боковых стеклах судья Кировского района уносил арест от двое-трое суток.